Новгородская область. О, без хруста вылезает гриб. Это начало. Начало элитных грибов. Сказочно красивых и фантастических. Так сказочно и так красиво. Я не верю своим глазам, что это уже настоящий поздний сорт боровика. И первый слой таких вот поздних грибов, шикардосных. И они все чистые абсолютно. Вот сейчас смотрим, чистейшие. Сказочно круто. Не верю своим глазам. Молодые боровики. Шикарный подосиновичек. Ну ладно, поехали. Вот это мраморный подберезовик. Пошли они, родимые, потому что сильнейшие дожди. Раз. Два. Но это еще только начало. Три. Смотрите, ножка все шире и шире. Обратите внимание, какой он. Дальше идем. Смотрите дальше. Мы перемещаемся. И самый крутой покажу вам в конце. Хотя нет, наверное, сейчас. Вот он. Это вот эталон. Вот какой должен быть подберезок мраморный. Он же черноголовик, он же разноцветный. Видите разницу? Вот это вот эталоновый. Но есть еще он же. Разных раскрасок они все бывают. Смотрите. И вот этот уже такой мраморный, еще не успевший обрести свой цвет. Больше такого белого цвета. Ох, тоже мощнейший. Как вам грибочки? Бомбические. А это специально для тех, кто говорит, что подберезовики мы не любим. Они червивые, склизкие. Мощнейшие, жесткие, классные. Вот такой вот боровичок. Он был весь в песке, весь грязный. И посмотрите, какая красота. Вот сейчас я его помыл, он стал абсолютно чистым. И вот смотрите, что мне попадается вот здесь. Здесь стоит подберезовик. Друзья, вот он первый. Вот он второй. Обратите внимание. Два таких красавца. Перемещаемся чуть-чуть сюда. Видим третий. Перемещаемся еще чуть дальше. Смотрите, это все эта же порода. Но первые два прям вообще. Перемещаемся чуть дальше сюда. Это уже немножко другой сорт. Смотрите. Вот такой вот четвертый. Здесь еще два. Но это крепкие все подберезовички. Пятый, шестой. Двигаемся чуть-чуть дальше и обнаруживаем седьмого. Вот это бомба поляна. Ну как вам поляна из семи подберезовиков? А вот этот же вид, но только видите посветлее. Вот этот уже называют разноцветный. Но это все один. Разноцветный, мраморный. И когда совсем темная шляпка, это черноголовик. Вот такие красавцы. Боровичелла. Блин, на поверхности стоит маленький, только пошли. Боровушечки наши. Очередной мячик. Опа. На поверхности. Ну давай. Давай, давай. Оп. Крутани его просто и все. Или вытащи. Вот так, да. На поверхности стоит. О, и там осталось как раз, ага. Боровичелла. Вообще песня. Ага. Шар красный. Изымаем его. Смотри, ну что, он там мощный. Но ну, это уже да. Вот он. Вот этот шар. Красавец просто выше категории. Сейчас так вот мох еще надо посмотреть. А вдруг еще что-то рядом, не? Нет.
Классный. Поганка, вот, нашли поганку. Говорит, поганка, наверное. Друзья, поганка, говорит. Хорошая поганка, слишком красивая. Боровиковая поганка. Такую мы любим кушать, поганку. Всем бы такой поганки шикарной. Когда вот такие грибы, вообще классно. Друзья, вот после бокальчика вина, сначала на самом деле бокальчик был, потом еще половина бокальчика, я уже как летаю, будто бы вообще не чувствую ног. Так прикольно идешь, а они сами ноги идут. И грибы попадаются уже чаще. Смотрите, какой! В тот случай, когда большой, офигенный, посмотрите. Вот это подосиновище! Ах, да сказка, ах, да красота в бару. Боровой подосиновик. Красавец. Ну как вот можно объяснить такое, что попадается редко, но метко? Вот такие вот экземпляры. Смотрите на этот боровичело. Какой же он шикарнейший. Красавец. Я думаю, что очень-очень скоро их будет много. Подосиновичек. Красавчик. Смотрите, какой красавец. Оп! Раз. И вот этот тоже классный. Оба. Два боровых подосиновика. В зеленом ху попадается шикардосик. Обратите внимание, он прям прислонен к дереву. Зачетнейший гриб. И вроде такой тугой. Красавец. Под шляпкой блеск. Вот еще один рядом. Думал, не такой симпатичный. Но в итоге показываю вам. Ну что? Заключительные грибы. Смотрим итог, друзья. Смотрите, какой подосиновище. Сумерки. Темнеет, и урожай в начале августа в Новгородской области вот такой. Обратите внимание, сказочно красиво. Боровики, подберезовики мраморные, он беленький гриб, лисички чуть-чуть, и подосиновички. Боровые подосиновики.